В Караденизе все затаили дыхание. Тахир вступил на необратимый путь. Он передал видеозапись Мидхату, не считаясь со своей жизнью. Теперь, видать, можешь любую минуту сдать Нефес. Отныне для Тахира остался один выход, чтобы Нефес могла быть со своими детьми, сбежать из Караденниза. Безумный поступок Тахира, как бомба, падает в особняк Калели. С одной стороны, Нефес разозлился на Тахира за то, что тот принял такое важное решение, не посоветовавшись с ней, а с другой стороны, Мустафа, заботящийся о том, чтобы семья не развалилась, злится на брата. Единственный, кто его поддерживает, это Мурат, который, несмотря ни на что, переживает за Назар.